Спасибо. Присоединение России к ВТО, несомненно, скажется на ситуации с трудовыми отношениями и рынком труда в России. Проблема не только в том, что неизбежные структурные последствия снижения защиты внутреннего рынка приведут к росту безработицы и к дальнейшему снижению и без того уже не слишком высокой индустриальной занятости прежде всего, но неблагоприятным образом повлияет и на ситуацию с трудовыми отношениями. У нас давно идет процесс, в общем, отражающий общемировую тенденцию к тому, что на юридическом языке называется пиоризацией трудовых отношений, тенденции к ухудшению, причем не только в сфере нормативно-правового регулирования, но опережающим темпом фактической ситуации с трудовыми правами. Тем самым мы как бы консервируем ситуацию экономики дешевого труда, которая дестимулирует модернизацию экономики. И вопреки достаточно широко распространенным предрассудкам, что присоединение к ВТО создаст более благоприятные условия для модернизации, мы столкнемся с противоположной ситуацией. Более того, как ни странно, опять-таки вопреки ожиданиям, присоединение к ВТО во многом дестимулирует и иностранных инвесторов к вложениям в российскую экономику, просто ликвидировав целый ряд тех стимулов, которые существуют сейчас, когда выгоднее создавать производство здесь и постепенно увеличивать глубину локализации, как бы, поскольку прямой ввоз товаров все-таки как бы отчасти прикрывается таможенными пошлинами. А с другой стороны, когда единственным стимулом остается дешевая рабочая сила, а мы в этом все равно проигрываем целому ряду других стран. Так что с точки зрения вот, интересов наемных работников, действительно приходится как минимум в среднесрочной перспективе опасаться дальнейшего ухудшения их положения.